В Тараском государственном университете имени Мухаммеда Хайдара Дулати прошел молодежный бизнес-форум «Энактус вместе с пользой для общества». Его целью является развитие молодежного потенциала в сфере бизнеса, инновации, передачи опыта предпринимательства и менеджмента от старшего поколения к младшему. В рамках реализации задач президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева по повышению конкурентоспособности казахстанской молодежи и ее активного участия в развитии отечественного бизнеса проводится форум с участием студенческих бизнес-команд «Энактус». Он уже прошел в нескольких городах страны и вот сейчас в Таразе. В 2015 году «Энактус» присоединился к программе по достижению 17 глобальных целей устойчивого развития ООН до 2030 года. Команда реализует проекты, направленные на сохранение ресурсов планеты, повышение уровня жизни населения через бизнес, инновации и социальное предпринимательство. Это очень большое дело палаты предпринимателей, молодежной палаты предпринимателей, для того, чтобы сконсолидировать, связать молодых людей с настоящими людьми бизнеса, настоящими людьми денег, банков, дому, то, чего, возможно, они не понимают, что написано в сетях, пропагандируют или написано в каких-то буклетах, они вживую смогут сегодня пообщаться. Вот для этого мы и собрались. В программе форума демонстрация студенческих социальных и бизнес-проектов, мастер-классы от бизнес-партнеров, подготовка к участию в республиканском чемпионате и мировом кубке «Энактус». В 2004 году команда «Энактус» уже была титулована, побеждать ей не впервой, заметили спикеры встречи. В Казахстане сейчас очень много делается для того, чтобы молодежь от 18 до 29 лет могла чего-то добиться. Было очень трудно раньше для молодых людей начинать свой стартап, открыть свой бизнес, потому что у нас есть время, у нас есть силы, но нету капитала. Потому что мы еще ничего не заработали. А такие организации, как фонд «Даму», фонд «Атамекен», палата предпринимателей, они создают вот эту площадку, где можно доказать рентабельность своего бизнеса, где можно доказать то, что твой бизнес будет работать и что для чего ты, что ты можешь получить деньги. Студенческие проекты «Энактус» активно поддерживаются бизнес-сообществом. По их мнению, выпускники данной программы – это лучшие кадры, которые уже со студенческой скамьи создают рабочие места и учатся вести свой бизнес. Сама программа является отличным примером развития предпринимательских навыков молодежи и доказывает это уже более 40 лет по всему миру. Альфия Мингазова, Дулат Шахпанбетов, 77 News.